А? На мозги. На мозги? У папы самые классные сиденья. Я прям как знал. У него нет подлокотников. Ни здесь. Ни здесь. Всем привет, на канале Селис. Сегодня мы идем в кино. А на что мы идем? На Миньонов, третья часть. На Миньонов? На Гадкий Я 3? Да. Вот Алиса у нас миньончик. Нарядилась вся желтенькая такая, цыпленочек. Ну чё, как ты думаешь, мультик интересный? Я думаю, очень. Я смотрю каждый день этот трейлер. Алиса у нас приболела, разговаривает в нос. Идем на Гадкий Я, а никто зима еще не сходил, а мы идем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Идем в кинотеатр, уже подходим. Алиска едет на папе. Да. Излюбленное место. Мы уже поднимаемся на лифте. Что ты купила? Яблоки? Да. Яблочные чипсы? Да. Кино взяли? Да, я уже два раза их съела. Два раза их съела? Да, они очень вкусные. Советую вам покупать такие. Отлично. Я думаю, производитель будет счастлив. Выходим, наш этаж. Пошли за билетами. За билетами. Вот там тети сидят, билеты продают, Алис. Да. Вон, где касса. Что ты делаешь? Танцы-шманцы. Танцы-шманцы? Все, Алис, нам вот сюда. Пить. Пить покупать. Купили уже билеты. Пришли и меня набрали для подарка. Алиска уже скупилась. Пришли в кинотеатр. Так, ну чипсы, это понятно. Смотрите, какой крутой миньон. Я такой вижу первый раз. Это стаканчик с трубочкой. И еще это можно использовать как копилку. Но Алиса решила, что будет стаканчик все-таки. И что там у тебя еще? Покажи. Единорожка, которая язык показывает. Единорожка. Классный. Покажи единорожку. Ну вот это вот какой-то. Вот такой единорожка. И что за зеленые? Как будто зеленый попкорн. Это тоже, шпроты. Кстати, шпроты. Посмотрю, на мозги похоже. А? На мозги похоже. На мозги? Инопланетянские. Стаканчик тоже с миньончиком. И зеленый попкорн. Если вы знаете, с чем зеленый попкорн, напишите нам в комментариях. Мы не знаем. На тебе твоего единорожка. А, кстати, мы смотрим... Что угрю появился братик. Угрю появился братик? Маленький? Грудничок? Не, большой. Большой? Дрю. Дрю? Ага. Ну, сейчас пойдем смотреть. Мы уже налили в миньона питье. Класс. Теперь Алиска пьет из миньона. Алис, ты ему мозги высасываешь. И как мозги? Как и сижу. Не снимай. Вкусно? Вкусные мозги миньона. Что делает твоя единорожка? Пьет? Да. Классно, Алиска желтенькая смотрится с желтеньким миньончиком. Миньончик пьет миньончика. Миньончик пьет миньончика. Классно. У нас теперь куча очков. Мы купили их. Да, у нас таких еще не было с оранжевыми этими душками. Жалко, что мы не снимали, как вышли у босса молокосос. Да, на босса молокосос ходили, не снимали? Нет. Мы уже сидим на своих местах, зал пока пустой. Миньончик стоит. Здесь у нас в отверстии подлокотника Алиска. А у папы самые классные сиденья. Я прям как знал. У него нет подлокотников. Ни здесь. Ни здесь. Папа, подними ручки, покажи. Просто кто-то попкорн с собой не брал. Был напряженный момент, видимо. Ничего. Снимай меня, сказал. Оторвал ручки. Попкорн решил, надо посадить папу на самое классное место. Твоя мама так решила. Папа, у тебя еда, у меня еда, и у мамы еда.
Что, как тебе мультик? Это было круто. Классный мультик, мы так смеялись. Папа говорит, что мама смеялась больше всех. Хотя Лизка тоже угорала. Да. Нам очень понравилось, всем советуем. Ну что, теперь домой? Лизка, хватит сосать миньона мозги. Ну что, ты домой идешь? Ага. У нас уже 10 часов вечера. А мы не спим, мы миньонов смотрим. Заходи. Лифт открылся. Поехали. Алиса увидела большого паука. Вон какой здоровый. Толстый паук. Пошли. Это единорога. Почесали домой. Вот как у нас уже поздно. Ну что, Лизка, давай прощаться. Всем пока. Что, ты куда вообще прощаешься? С кем? Всем с муравьями? Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока. А поцелуй?